Benim karıma zarar vermeye yeltenen birini ben kolay kolay affetmem. Ben senin yanında güvendeyim. İçim rahat. Saçının teline zarar gelse dünyayı yakarım. Gül de Fırat da ortada yoklar. Çok güzel. Ama kutuda değil. Burada güzeller. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Баран и Дилан – гости Джавахира и по ночам сидят в своих кроватях. Берон держит Дилана за руку и говорит: «Мне нелегко простить того, кто пытается причинить вред моей жене». В то время как Дилан говорит: «С тобой я в безопасности, я чувствую себя легко», она закрывает глаза и приближается, чтобы поцеловать Берона. Берон ласкает лицо Дилан, говоря, что если ее волосы повредятся, я подожгу мир. Он загоняет Фират Гуль в угол и держит ее за руки. Госпожа Азади обеспокоена тем, что в Гуле и Фирате пропало очень много людей. Тем временем Фират куда-то увел Гуль и на закате становится перед ней на колени. Берон надевает ей на уши серьги, которые он купил для Дилана, и ласкает ее ухо, говоря, что они красивые, но они красивые здесь, а не в коробке. Затем он хватает лицо Дилан и целует ее прямо в краешек губ. Сабиха Кхан носит на шее ту же калу, что и Дилан. Сабиха и Хавин гуляют по лесу. Пока Хавин и Дилан гуляют по лесу, она сообщает Дилану, что у Сабихи Ханым тоже есть дочь, ее зовут Дилан. Дилан удивляется, когда слышит это. Джавахир отправился на долгожданную охоту. Позади него Дилан и Берон смотрят друг на друга. Хавин сообщает Сабихе, что она пригласила ее на охоту завтра утром, а также были приглашены Берон и Дилан. Внезапно Джавахир вытаскивает пистолет из-за спины барана и целится ему в голову. Сабиха смотрит растерянными глазами, но протягивает руку к пистолету, чтобы предотвратить это. При звуке выстрела Дилан закрывает уши руками и кричит: «Бараан! Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания».